Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности сегодня стали темой предметного разговора у президента. В экономической плоскости это, в частности, искоренение хищений, соблюдение режима экономии, продовольственная безопасность, итоги уборочной, наведение порядка на полях и дисциплины в сельхозорганизациях. И, конечно, учение «Запад-2017». Все это прерогатива и задачи силового блока страны. Такие тематические совещания на высшем уровне стали регулярной практикой и позволяют держать руку на пульсе и оперативно решать возникающие проблемы. В нынешнем составе участники собрались уже второй раз за месяц. Одна из самых актуальных тем сегодня – начало активной фазы белорусско-российских учений. Она стартует уже на следующей неделе и вызывает повышенный интерес со стороны соседних стран. При этом глава государства однозначно исключил в учениях любую подоплеку нападения. Все, кто выразил желание, приглашены понаблюдать. О самых актуальных тактических решениях в вопросах национальной безопасности подробнее Андрей Кривошеев. Экономика, политика, безопасность – три опоры устойчивого государства. И три, пользуясь армейской терминологией, штаба управленцев, где правительство за экономический блок вопросов, администрация президента за политический, силовики, как и положено людям в форме, за спокойствие внутри и по периметру наших границ. Совещания на высшем уровне регулярные позволяют держать руку на пульсе всех сфер нашей жизни. Возвращаясь к армейскому сленгу, первыми в новой системе управления уже отстрелялись гражданские генералы из политического и экономического штабов. Сегодня вопросы и поручения президента были адресованы генералам натуральным. По самой актуальной повестке – от контроля уборочной до стратегических учений. Обсуждались и принимались решения, требующие оперативного вмешательства белорусского лидера. Все стратегические вопросы обороны и безопасности, внутренней и внешней безопасности у нас определены. Определены нашей жизнью, в том числе и последними решениями. Нынешнее совещание представляет собой своеобразное собрание для решения текущих вопросов, которые, возможно, не доходят вовремя до президента, поэтому эту проблему надо снимать. И если такие вопросы будут, давайте их сегодня же и решим. Безусловно, штабы работают не в вакууме и на единую стратегическую цель – стабильное развитие. Оттого вопросы общие. Меняется лишь угол зрения. Например, стратегическая аграрная компания «Уборочная». Правительство отвечает за диктатуру технологий, модернизацию, качество, рентабельность. Словом, вся экономика. Политический штаб укрепляет провинцию кадрами. Особенно ценится в сезон главы районов. Но без третьей опоры силовой, которая проконтролирует, предотвратит хищение и халатность, спасет людей и технику, национальный каравай был бы гораздо меньше. Простая арифметика от президента. Мы должны были наконец-то навести порядок по предотвращению всякой халатности, неоправданных экономических потерь, хищений, злоупотреблений, махинаций и прочее. Я просил, чтобы, прежде всего, милиция, правоохранители, генеральный прокурор всей своей системы подключились к вопросам наведения порядка и дисциплины, особенно в этот важный момент. Никакого возврата к советской системе здесь нет, хотя и в советские времена было много хорошего, что мы пытаемся и сохранить. Просто хочу вам сказать, что эта халатность потом нам дорого обходится. Можете посчитать, если бы мы потеряли, как у нас всегда планируют сельчане и руководители сельхозпредприятий, 10% урожая, это якобы естественная потеря. Ну, из 10 миллионов собранного, сколько бы мы потеряли? 1 000 000 тонн. Ну, умножьте на $200 примерно, мировая цена. Получите, вот грубый подсчет дает нам потери. В целом, первый этап уборочной прошел достойно. Минимальные потери урожая, оперативность уборки, хорошее состояние техники и единичные ЧП. Но вот вопрос. Не проведи президент накануне встряски селектором. Не поставь в режим ручного управления самые проблемные хозяйства и проекты. Результат был бы также неплох. Или треть урожая смыло бы в текущую неделю. Вопрос не риторический, а системный. Потому еще нужна система управления. Три штаба. В целом можно отметить, что вот перед этот этап уборочной кампании прошел достаточно организованно в стране.
И вот та работа, которую проделали правоохранительные органы, она дала свой результат. Мы, значит, избежали вот в этот период таких серьезных, значит, происшествий дорожно-транспортных, гибели людей. Да, у нас были случаи возгорания, значит, и хранилищ, и сушилок, и, значит, мест. 21 такой случай зафиксирован. Но вместе с тем, вот таких серьезных, таких больших пожаров, там у нас и потерь урожая, самое главное, допущено не было. Как в любом большом проекте, не обошлось в уборочной и без проблем. Например, оперативность ремонта комбайнов. Увы, есть факты простоя в несколько суток, хотя Гомсельмаш свой и рядом. Или отношение к технике участника, она выхаживает вдвое дольше. Значит, халатность или давний бич провинции пьянства на рабочем месте. У МВД против этого зла целый пакет предложений. От ограничений продажи алкоголя до отказа от мелкой тары, по-народному мерзавчиков. Меры, безусловно, нужны. От пьянства страдает не только работа, но и семья. Вспоминаем семейное насилие. Оно практически все в пьяном угаре. Но рубить с плеча президент не разрешает. Снова нужен системный, комплексный подход. Поручение проработать в деталях от прилавка до профилактики. И без закручивания гаек до срыва резьбы. Это в целом касается гуманизации сурового закона. Дело, опять же, не в закручивании гаек. Никаких гаек мы закручивать не собираемся. В связи с этим еще раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства. Все лишнее надо убрать. Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию нашей экономики, а не торможению. Мы с министром внутренних дел в свое время определяли, что основное внимание мы должны обратить на пресечение тяжких преступлений и преступлений на селе. К тяжким преступлениям де-факто можно отнести и воровство у трудовых коллективов и государства по серым схемам. Речь о поставленном, но неоплаченном экспорте. Были поручения по дебиторской задолженности, по выплате заработной платы, взят на контроль. Мы сегодня берем кредиты под определенные проценты, а немало сотен миллионов долларов болтается за пределами страны, неоплаченных за поставленные товары и услуги. Сумма долгов колоссальная – полмиллиарда долларов. Причины известны. Предприятия спешат разгрузить склад и не проверяют партнеров. А там зачастую рога и копыта. Товаропроводящие сети за границей работают на себя, а не на белорусского производителя. Да и экономика стран-партнеров регулярно шатается от шика до банкротства. Хотя генпрокурор по долгу службы обязан подозревать либо некомпетентность, либо коррупцию. Сумма немалая. Мы пытаемся искать деньги, проводим модернизацию производства и так далее. На сегодня более полумиллиарда долларов зависло денег. И, к сожалению, не все мы сможем эти деньги достать. Потому что где-то мошеннические структуры были задействованы, когда предприятие наше загоняет продукцию, скажем, какое-то российское представительство или фирму, а та банкротится. И все, и уже, в общем-то, трудно будет что-либо вернуть после таких действий, такого демарша. Сумма очень крупная, поэтому есть о чем говорить и есть проблемы. Кстати, за некоторые вопросы мы решаем и путем прокурорского реагирования. Так, возбуждено уголовное дело недавно в отношении одного из субъектов товаропроводящих сетей «Белшин» в Грузии. К вопросу посредников и дилеров решено вернуться в месячный срок. Опять же, прямое поручение лидера реагировать системно и после системного же анализа. Совместная работа госсекретариата, правительства и прокуратуры. Не обошел главнокомандующий и самую жареную тему этих дней – учение «Запад-2017». Пожарит, конечно, не в Беларуси, а у партнеров. Доходят, увы, до истерик и абсурда, закрывая небо и стягивая дополнительные контингенты. Позиция президента холодна и взвешена. Никаких оправданий, четкая организация и максимальная открытость. Желающие увидеть, да увидят. Хочу предупредить, хватит оправдываться. Мы тут вот оборонительный характер, наше учение носит еще чего-то. Есть армия, есть совместная группировка
вооруженная на западном направлении Беларуси и России, а коли она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить. Учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили всех желающих практически. Пусть приезжают и смотрят. Министр обороны докладывает, подготовка к учениям идет спокойно и по плану. Люди размещены, ждем авиацию. Через неделю начнутся штабные тренировки. Все, кто выразил желание наблюдать, приедут и понаблюдают. Мы пригласили на проведение учения на активную фазу соответствующих представителей иностранных государств. Это и международные организации, и военный атташат, и наблюдатели из наших государств пояса добрососедства, это Польша, Литва, Латвия, и Эстония, Швеция и Норвегия, те, которые нас приглашали на свои мероприятия, на свои территории. Мы когда проводим парад в Минске, допустим, тоже очень много пишут, много рассказывают, страхи всякие, все остальное. Парад заканчивается, в 14 часов уже прекращают писать. То же самое будет после учения. Поэтому проще задавать вопросы тем, которые писали перед учением. Это плановое мероприятие, которое было еще предписано в 2009 году. Столь же спокойный и государственный секретарь. Да, современные агрессии ведутся не только штыками, но и перьями журналистов. Но ни один фейк сколько-нибудь долго не продержится в атмосфере спокойной, внятной и открытой защиты национальных рубежей и интересов. Мы наблюдаем и отмечаем, что вот предпринимаются некоторые такие, на наш взгляд, неадекватные ситуации, меры в соседних государствах, и излишняя напряженность возникает. Вот. Но не чувствуем для себя тут никакой угрозы, просто констатируем как факт это. Я думаю, что пройдут учения нормально, успешно, и все эти, значит, домыслы и измышления, они идут в историю. Работа по системе трех штабов – экономического, политического и силового – будет продолжена. Это система для конкретных тактических решений. Возможно, кому-то отдельные вопросы могут показаться мелкими, недостойными внимания на высшем уровне. Но это не так. Дьявол таится в мелочах. И от того, насколько глубоко проработан самый локальный вопрос, порой зависит судьба государства или целого союза государств. Так было в Украине с проблемой языка, так было в Евросоюзе с миграцией, так было, увы, в нашей истории с внезапным для большинства крахом советской модели. Беларусь свою работу над советскими ошибками уже закончила. Андрей Кривошеев, Николай Рузавин, Николай Лашкевич и Александр Горбачев. Агентство теленовостей.